Добрый день, друзья! С вами Екатерина Тирова, и вы на канале «Гид по моде в городе». Сегодня у меня вновь распаковка. Я покажу вам свое приобретение в бренде «Элис». Это российский бренд, про который я рассказывала на своем канале, делала обзор магазина. И ссылку на обзор магазина я добавлю в описании к этому видео. Ну а сейчас покажу свое приобретение. Это модель сезона весна-лето 2022. Платье-рубашка в длине миди, ну, или макси, скажем так. Для меня это длина макси. В такой интересной фактуре. Это не принт, но фактура ткани. Наверное, можно сказать анималистичный, потому что больше похож на такой леопард, но можно и к абстракции отнести. Платье можно носить с поясом, пояс в комплекте можно носить все свободно. И я, конечно же, также дополнила его аксессуарами. Создала для этого платья специально украшение, подвеску и сережки. И покажу вам, как выглядит это платье на фигуре. Ну вот такая модель платья-рубашки. Так она выглядит на фигуре, длина макси. В общем-то, классический крой рубашечный, накладные карманы, рукав на манжетах. На спинке защип. Это платье можно носить как свободным, так и под пояс. И подчеркнуть фигуру, сделать его более приталенным. Любую вещь, конечно же, можно обыгрывать по-разному, можно носить с разной обувью, с разными аксессуарами, и она будет выглядеть совершенно иначе. И сейчас я покажу его также с аксессуарами. Вот так выглядит платье с аксессуарами. Я дополнила его подвеской колье, которое дублирует округлые формы на принте ткани и достаточно базового цвета. И также в комплекте серьги. Вот такая модель бренда Элис появилась в моем гардеробе. Ссылку на модель я оставлю в описании к этому видео, а также оставлю ссылку на сайт бренда Элис. На этом все. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях предлагайте темы, которые вы хотели бы увидеть на моем канале. Ну и, конечно, поддержите мой канал подпиской. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока!